Привет, дорогие друзья! Это Дмитрий Гармин. И сейчас я нахожусь в Майами, Флорида. И недавно я вспомнил такую вещь. То есть я несколько лет назад смотрел видео, где какой-то бизнес-тренер из Майами что-то там рассказывал, и я не могу вообще вспомнить, что он рассказывал, и не могу вообще даже, скажем, хоть что-то конкретно, но я помню, что это человек проводил тренинг из Америки, из Майами, и у меня в голове тогда, наверное, закралась мысль, а когда же я смогу вот точно так же, где-то в Америке, из Майами, вот на камеру что-то там говорить. И сейчас, проанализировав вот этот путь, да, когда за несколько лет ты что-то делал, ты стремился к чему-то, и вот ты сейчас находишься в той самой Америке, и ты сейчас говоришь на камеру, и ты понимаешь, что в жизни очень много моментов, которые тебя могут остановить, и что вот именно та самая целеустремленность, которая привела тебя сюда, она и есть, наверное, залог успеха. Понимаете, да, что в принципе, чтобы здесь оказаться, нужно было просто верить и что-то делать. Шаг за шагом двигаться к своей цели. Не сдаваться. И просто через какое-то время вы понимаете, что эти маленькие шаги приводят к какой-то заветной цели, о которой вы даже не мечтали. Поэтому я хочу, друзья, чтобы вы просто поверили в себя, что-то начали делать. И не важно, что я сейчас говорю, наверное, у вас в голове останется просто те же самые мысли, что вот какой-то там чувак находится в Майами и что-то там вам рассказывает. И эти мысли заставят вас в какой-то момент преодолеть какую-то очередную трудность. И вы победите. Вот и все, пока.